4 нелегальных игровых салона прикрыли сотрудники департамента финансовой полиции за январь текущего года. Одно из подпольных казино находилось в Майкудуке. Оно было законспирировано под магазин «Карина». Финполовцы под видом посетителей проникли в заведение и пресекли его незаконную деятельность. В помещении сотрудники финансовой полиции обнаружили и изъяли 8 игровых автоматов и 25 тысяч тенге. По словам свидетелей, ежедневный доход игротеки составлял от 10 до 30 тысяч тенге. Еще один подпольный игровой салон находился в здании бизнес-центра «Курлыс» на улице Ерубаева. Помещение круглосуточно охранялось, вход для посетителей был строго ограничен. Оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что в подвальном помещении регулярно проводились азартные карточные игры. В них принимали участие взрослые обеспеченные люди. В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты 2 покерных стола, фишки в количестве 480 штук, колоды карт. Ведется следствие.